У наступному відео вся суть російського менталітету та росіян. Жителі Москви, попри небезпеку від невідомих безпілотників, все ж більше бояться не БПЛА, який може врізатися у скляний будинок в Москов-Сіті, а висловлювати свою думку та коментувати політику і війну, бо ж вже завтра до них можуть прийти. Пусть работают, что? Вот так меня вот. Они не трогают беспилотники, я их тоже, поэтому... На каком этаже живете? Мы на четвертом. Что за башня? Новотем. Если, не дай бог, сюда зайдет. Приключения? Приключения? Ну, а что я могу сделать? Ну, я же не буду там с метлой стоять их отгонять. У нас не открываются окна. Что вообще происходит? Почему беспилотники прилетают в центр Москвы? Вот в такой бизнес-квартал огромный. Это провокационный вопрос, молодой человек. Я вот сейчас чего-нибудь скажу, а завтра ко мне тут приедут. Поэтому я не буду ничего говорить. В чем провокация-то? Ну как в чем? Я вот сейчас разойдусь и как наговорю вам тут. А я лицо медийное, мне нельзя высказываться ни по поводу политики, ни по поводу каких-то военных действий и всего остального. Боитесь? Сначала, наверное, да, сейчас уже как-то подпривыкли. Но, ну что мы, вот мы, вот что с ней можем поделать? Мы не можем никак повлиять на обстановку, поэтому, что бы ни происходило, ну, кто скажет, почему они здесь летают? Все россияне, мы никак не можем повлиять на обстановку. На початку повномасштабного вторгнення мы никак не можем повлиять на обстановку. И тут демонстрация... демократії, свободи слова, ви все це побачили. І також єднання і співпереживання серед росіян. Коли в нас стається якась трагедія на території нашої країни, ми проживаємо кожну новину, проживаємо кожну трагічну ситуацію. Тут же, а безпілотники мені не трогають, я їх не трогаю, у мене все хорошо. Ну тепер у цієї панянки точно обличчя медійне. На істерики та розпач пропагандиста Соловйова можна дивитися вічно. Путінський покруч вилаяв в прямому етері. Центральний банк Росії, мовляв, російський рубль вже настільки знецінився, що весь світ сміється. Мовчанка російських банків тільки погіршує становище рубля. Ви що вирішили, що ви як долбаний Центробанк? Который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Что самая слабая, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то. Делайте хоть что-нибудь. Нет, мы ничего... Вы вообще молчите! Вы настолько молчите, что вашими деяниями вы начинаете влиять на политическую ситуацию в стране, граждане в ЦБ. Вы это не осознаете? Ах да, понятно, вы как наши судьи, вам все можно, вы в домике, да? Вам на всех нас... Вам плевать. Вы же ни за что не отвечаете. Вы же все такие независимые. Вам все можно. Ну так, зачепила Соловйова, традиційно він дещо в інших темпоритмах веде ефіри, а тут аж його розпирає гордість в лапках за Центробанк. За курс рубля, який продовжує свій шлях до пекла. На підтримку так званої СВО, так званої народ Чувашії піднімає до неба схрещені руки. Така собі варіація на тему привітання нацистів, намішана з символами екранізації Оруела. Помилуйтеся. We'll be right back.
самі зробили, самі поаплодували. Молодці. Ну, склалося таке враження, що люди просто не розуміли, для чого це все, ось ці діяння виконувати з руками. Можливо, хтось стояв і думав, о, слава Богу, хоч сонце на мене не світить. До чого це все? Не зрозуміло. Ну, ось, як поза кадром сказала моя колега, ну що ж, це Чувашія. Колаборант Балицький, який очолює окуповані території, тимчасово окуповані території Запоріжжя, вирішив поділитися неймовірними і вигаданими цифрами про ефективність їхнього ППО. Тож, фантастичні історії зрадника Балицького далі. Химеры мы сегодня практически все сбиваем, хаммерсы. То вот штормшедлы у нас из 4 одна долетает. Пока еще вот тут есть недоработочка, которую мы обязательно устраним. Я надеюсь, наши вооруженные силы взяли себе это на контроль. И сегодня сам факт того, что раньше долетало все 4, потом 2, сейчас с трудом одна, и то не всегда. Просто тут ПВО, знаете, в чем есть такая, скажем, обратная сторона? То, что когда ракета долетает, мы видим, что ПВО не справилось. А когда их сбивают всех, мы не видим работу ПВО. Мы, люди считают, что где-то там бахнуло, что-то где-то взорвалось, может, то боеприпасы где-то утилизируют, может, еще что-то. Но на самом деле эффективность ПВО достаточно высокая. Сегодня ПВО в Запорожской области, на уверенную четверку работает, да. Не все пока сбиваем, но это уже очень высокий результат. Если бы, не дай бог, долетала даже десятая часть из того, что ребята сбили, то мы бы, наверное, сегодня имели совсем другое лицо Запорожской области. Ну, сколько в среднем ПВО в сутки сбивает на Запорожской области? ПВО работает каждый день. Сбивает от 10 до 40 ракет разного типа. В основном это, конечно, ракеты советского образца. Это ураганы, смерчи и грады. Они тоже сбиваются, сбиваются достаточно эффективно. В меньшей степени это хаммерсы. И штучно это шедлы и там еще есть французская дерьмо. Вот поэтому примерно 40-50 – это вот средняя статистика, это количество сбитых объектов. О, хаймерси збиваються, шедеви збиваються, танки «Леопард» вже 555 одиниць знищено, літаків F-16, які ще не перебувають на території нашої України, теж вони там знищили, «Абрамси», все у них по плану, все у них добре. Як завжди, якісь фантастичні мрії росіян. На цьому, друзі, ми поставимо, вочевидь, 3 крапки в огляді наших вістей з боліт на сьогодні. Далі, звичайно, буде більше. Але не перемикайте, попереду ще одна важлива розмова. Стосуватиметься вона тимчасово окупованого півострова.